dumneavoastră, pentru toți talentați copii și cei de la secțiunea maturi, să aveți sprijin, ei să aibă sprijinul de la dumneavoastră cu aplauze și cu susținere, dar membrii juriu, vă rog frumos, fiți cât mai deschiși la suflet, mai cinstiți și onești. Mersi mult!
10, 9, 10, 9, 9. Vă mulțumim! Cred că de data asta a fost mai bine. Vă mulțumesc! Un total de 66 de puncte. Să te lași, omul, dragă mai hai, hai, inima, hai, mai, la muntele mari. Dai, mai, hai, hai, inima, hai, mai, la muntele mari. Yeah.
61 de puncte. Rezultate 10, 9, 10, 9, 8. A căzut o notă acolo. Hai să vedem. 9 și 10. Vă mulțumim. Să vedem și rezultatul din partea colegilor mei. 65 de puncte. 65, felicitări. Let's go.
10, 9, 9. Mulțumim! Felicitări și dăm rezultatele finale, Vitalii! Yeah.
Felicitări! 70 de puncte pentru Natalia Moscalu. Bun, dragi prieteni, cam asta vă să fie. Я сказала, что после я буду разбираться. Слушай, мне же разбираться три счета. Din toată istoria Festivalului Slavianski Bazar, cred că este pentru prima dată, practic din toate țările, care, uitați-vă exact, uite cum astăzi a fost organizat, cred că este pentru prima dată, din toată istoria. Noi în fiecare an ați facem așa. Bravo, bravo! Locul 3. Istrati Emily. Locul 2. Rișcovaia Maria. Așa. Și cea care va merge să ne reprezinte Moldova la Slavianski Bazar este Braga Andreea. Locul 3. Juliet Marina. Moscalu Natalia, locul 2. Iar cel care va merge la Viteș, că a fost doar un singur bărbat. De data asta vom trimite un bărbat. Vitalie Negruță! Deci după aplauze, eu înțeleg că publicul tot este de acord. Sunteți de acord, nu? Juriului. Mulțumesc din suflet și până la noi întâlniri! O seară cât mai frumoasă! Я как гость мероприятия и как писатель, я хочу сказать, что мне очень понравилось мероприятие. Огромное спасибо за то, что пригласили, потому что я действительно под впечатлением. Но очень без предвзятости хочу сказать, мне понравился первый номер. Вот Брага Андрея очень понравилось. И Уитни ушла, к сожалению, но это была великая певица. И мне кажется, ей растет достойная замена, потому что эта песня довольно-таки сложная, уникальная, красивая. Красивая. И то, что она ее так исполнила, прямо по-настоящему, немного с импровизацией, немного внесла какие-то новые ноты, для меня это действительно очень впечатлило, красиво. И я, как писатель, считаю, что это человек, который действительно двигает мир. Поэтому ей, как говорится, все вперед. Все замечательно, все хорошо. Слава Богу, закончилось достойно. Вы сами видели, какая разница очков, поэтому нельзя было ничего обсуждать. Жюри проголосовало так, как надо было. Спасибо большое. Как вы думаете, что нужно делать участникам для того, чтобы все-таки занимать первые места? Серьезнее относиться к тому, куда они приходят. Это Славянский базар, это конкурс международный, который, в принципе, оставил очень большой след в истории, скажем так, международного конкурса. Потому что многие знают, во всем мире знают про Славянский базар, многие туда хотят попасть. И здесь, конечно, я бы пожелала немножечко серьезнее относиться все-таки к этому конкурсу. Ну, не прямо-таки, скажем, да, ну, я приду, я спою и выиграю. Нет, на самом деле все по-другому обстоит. Спасибо. А что касается репертуара, как вы думаете, то есть какой репертуар лучше выбирать? Это все-таки какие-то песни национальные, да, стили? Или... Не обязательно. Почему? Не обязательно. У нас полно красивых песен, которые можно с достоинством показать на Славянском базаре. Я тоже была 13-14 лет назад. И я для себя выиграла выигрышную песню, да, которая ставит потенциал моего голоса, где можно себя показать, и вышла достаточно хорошо, так как я первое место заняла. Хотелось бы сказать огромное спасибо жюри, которое оценило меня высшими баллами. И
также поблагодарить людей, которые были в зале, которые тепло принимали меня, и всем моим друзьям и близким, которые поддерживали меня.